Всем привет, парни! Продолжаю я играть с Кентайрос. За кадром немножко покатался. Вот. Поднял я, вытащил точнее своего бензовоза. Поставил его на точку, чтобы он заправленный стоял. Вот. Но уронил лесовоза. Короче, едем вызволять лесовоз. Не знаю, каким образом я его буду сейчас там вытаскивать. Хотел по узкой дорожке пролезть, и не получилось, уронил. Вот, взял ремонтные части, ну посмотрим, может быть вытащу. Нет, нет. Вообще карта, конечно, блин, очень сложная для меня, не знаю. Смотрел я тут даже по ней стрим, посмотрел, думал, может что полезное для себя подчеркну. Так вот, там ребята вчетвером проходили ее около 6 часов. Вчетвером, блин, а я один. Поэтому я думаю, что большинство останется за кадром прохождения данной карты. Потому что времени столько нет, нужно как бы все записывать, потом все это выкладывать. Так, интересный момент записывать буду. Но полностью прохождение записывать не смогу просто.
Я вот не знаю, вот так под карты сделал, вот здесь вот такое вот место, которое тут хрен пройдешь. Блять, ну поставьте дерево, чтобы можно было за него зацепиться. Я хотел тут мазу оставить вот, на такой случай, чтобы выдергивать. Маз у меня здесь прошел. Но мазу я угнал, по-моему, далеко. Сейчас его угнать неохота.
гоню я туда мазом, чтобы можно было вытаскивать. Тут на карте то песок застрянет, блядь, надо ехать вытаскивать, то вот это херь. Я вообще не знаю, ну, карта интересная, я ничего не говорю. Ну, как-то можно было сделать по продуманию, что, ну, если ты застрял, то чтобы можно было как-то выйти с положения, там, да, побуксовать, там, туда-сюда. Ну, не так. Для мультиплеера не спорю, да, приключения тут себе найти можно, интересно будет поиграть. Но в одиночку, короче, я даже не знаю, зря, наверное, эту карту взял. Одному сложно очень играть в нее. Вот какая-то дорожка тут, в каком-то домике, блядь. Тут и так до хрена дорога. Нафига тут вот это все понапихано, я не знаю, ребята, может я что-то не так делаю. И тут какой-то финиш, блядь, вообще. Thank you.
Я ни хера не вижу, где этот крас, блядь, 255-й. Так, мазу этого я здесь оставлю на всякий случай. Пригодится. Если он сейчас еще и в реке у меня там застрянет, я вообще брошу нахрен эту карту.
Да, походу хрен его отсюда вообще выдернул. Закопался нахрен сам.
Его сюда вытащить, блин. И ты хер протащишь его. Просто места надо побольше, чтобы его перевернуть.
Так, вытащили мы Урал, слава богу. Поедем на нем грузиться первый раз на лесоповал. Так, едем за бревнами, блин. Главное, чтобы хватило топлива. Так, и краза, наверное, мы возьмем с собой.
Так, сейчас вернем бензовоз на место, и на этом серию я закончу. Бревна повезем уже в следующий раз. Устаю что-то сегодня с этой картой. Вот, так что вот так, хочу отдохнуть. Все, парни, всем пока. Спасибо за просмотр. До следующей серии.